Всем привет, ребята! Нас тут немножечко затянуло небо. Было солнышко, сейчас совсем уж пропало. Такая вот у нас сегодня погода. Нюшка гуляет на улице. Играет. Хочу вам показать свой огород. Тут укроп у меня взошел весь, все три разных семян. И плюс еще лук. Салат? Это лук. Нет, это не салат. Это длинное, это лук. Вот это укроп. Можно вот укроп попробовать? Давай я тебя оторву кусочек. На. Это тоже можно есть? Да, это тоже, да. Вот петрушка, кстати. Но это прошлогодняя, это надо срезать, убирать. Смотрите, какие у меня тут кусты. Вот, но взошла новая, так что будет петрушка в этом. Будем есть вот эту? Могу попробовать? Конечно. Это попробуй, петрушка. Да. И здесь вот тоже взошла. Салат. Базилик что-то как-то слабенько. Прям очень слабо базилик идет. Но вот салат, и почему-то здесь тоже укроп вылез. Можем попробовать? Нет, салатик не надо, он еще не вырос. Да, я пересадила сюда еще салат. Что? Растение. Ага. И вот горошек. Смотрите, какой он уже большой. Уже тут вот так вот он уже. А что это, мам? Это горошек. Сейчас трогать нельзя, еще плодов нет. Это всего лишь... Это когда оно придет, когда внутри будет горошек. Да. Это фасоль. Нет, это не фасоль, это горошек. Это разные овощи, сыночек, я культуры. Вот еще... Петрушку ешь. Вот это, да. Дергай и кушай. Это очень давно все. Можно все сразу есть. Ага. Ты голодный? Пойдем, я тебе пирожок дам. Пошли. У меня тут еще сегодня съемки были. Не, не оладушки, не блинчики, сыночек. Пирожки. Пирожки на кефире внутри с картошкой. Вот. В общем, все рецепты снимала. Бери. Я какой-то... Бери, бери. Вот этот с тем. Они все с картошкой. Кусай, кусай. Пирожки с картошкой. Как сосиска в тесте, только пирожки. Картошка. Там внутри картошка-пюрешка вкусная. Это... А оладушки на похожи. Да, тесто очень похоже на по принципу оладушек делается. Да. Но они тоже. Еще приготовила, тут параллельно все помыла, в общем, снимала. Да, еще приготовила макарошки, соус. Тут у меня еще картошечки остатки. Я просто хочу кексик. Угу. Анюта с бабушкой, с дедушкой приедут и будете кушать кексики. Ладно, будем чай вместе пить. Договорились? Угу. Вот, смотрите, все. Тюльпанчики, которые купили. Я в стаканчике поставила, а стаканчики в эти веночки. Очень красиво получилось. Еще так получилось, что у меня два венка. Один с такими яркими цветочками. И тюльпаны взяла вот такие вот яркие. Второй, получается, у меня с такими оранжевыми. И оранжевый, ну, цветочки оранжевые, такой очень нюдовый, скажем так, спокойный. И получается, тюльпаны здесь у меня белые, и посередине я вставила эти желтенькие. Видите? Ну, получилось очень красиво. Да, Ваня вам показывает столовые приборы. Вот у меня новые тарелочки. Хорошо сочетаются со столовыми приборами. Угу. Какая вот у нас тут красота, цветочки весенние. Да, здесь что-то было, да? А, еще открыла. А, давай, здесь же сюда. О, поезд. Ням-ням.
Бутербродами? Нет, сосисками. Сосисками? Нет, хлебом. Хлебом? Притормаживай, притормаживай. Людям спереди можешь сигналить. Молодец. Вот видишь, на тебя едет велосипед. Ты должен ехать, перестроиться там, где я сейчас еду. Да, вот сюда. Как вкусно пахнет. Да, поворачивай направо, давай. Это не парк, здесь просто припарковано. Зачем горки? Это катамараны. Зачем они? Плавать по воде. Но они стоят здесь. Припаркованы. Чтобы если можно, отказалось, чтобы где-то будет прыгать. В воду, да. В воде? Да. Это здесь уже было. Едем прямо. Прямо, прямо. Прямо. Это для машин сделано. Здесь, здесь. Катится, да. Тут аккуратненько. Молодец. Хочешь на площадку? Ну давай, заезжаем. Я же хочу на эту малую. Ничего. Здесь мы уже были. Но где еще? И как раньше? Сюда заезжаем? Да, сюда. Едь. Я разгонюсь и потом качусь. Рыбачат, удочки стоят. Кто-то купается. Тут пока никто не купается, кроме рыб. Я вижу.
Ой. На песочек не заезжай, хорошо? Я знаю, что... Ага. Поехали, поехали. Пока не учи. Поехали дальше, там будет лучше. Площадка? Наверное. Три ножа. Да? Сколько? Три? 20 дней назад. 20 дней назад? Да. Ничего себе. Я помню, что мы здесь останавливались. Да. Помнишь, мы с мамой тоже катались? Я ехал, тебя вез, Анюту, и мама еще с вами была. Я помню, я свою. Да. Ваня с Дедьвовой работают, делают крышу. Ты сюда идешь, что ли? Не-не. У нас на улице так похолодало, прям холодно. Что они занимаются. Мы сегодня едем домой. Я уже собираю вещи. Анюточка спит, Ванюша с бабушкой внизу на первом этаже. Я тут еще разбирала чистые вещи по стопочкам. Все разобрала. Параллельно мы тут еще с Анютой играли. Она берет вот эту подушку, так вот ее крутит, бросает. Как ядро, знаете, какое-то. Ну, короче, да, тут везде игрушки какие-то. Черепашка какая-то. Еще какая-то букашка, котик. Вот еще котик, это с пиняты. То, что Ванюшке на день рождения было. Мы вместо конфет всякие там игрушек накупили. Мелочевка. Но вот это не мелочевка. То, что это Sky, она очень, очень дорога ребенку. Вот. Какая-то машина. Короче, наша спальня, она тут наполовину игровая.
комната. Сейчас хорошо, еще Ванюша играет с вот этим конструктором мелким. Все строит по инструкции. Играл у нас вчера. Сегодня больше на улице они с Анютой бегали. У нас уже вечер. Дети гуляют у меня. Мы уже собраны. Мы на самом деле уже собираемся выезжать. Такая вот красота у нас остается на столе. Совсем скоро вернемся, поэтому пусть стоит все. Все. Мы все собрали. Так, ну, здесь мы все оставляем. Ванюша рисовал. Все никак мы не дорисуем картину по номерам. Так, мы берем с собой чай. Сейчас буду заваривать его. Все, ребят, вещи собрали. Сейчас я спускаю последнюю сумку с продуктами. С джакузи в итоге так и ничего не решили, потому что были выходные. И, ну, естественно, никто не работал. Мне в понедельник должны будут позвонить. И мы уже договоримся, когда там сможем встретиться. Вот я воду слил, поэтому внутрь капать ничего не будет. А уже когда приедет техник, там, я не знаю, будет надо набирать, не надо. Ну, в общем, ремонтировать уже будем, когда вернемся в Испанию. Сейчас я, кстати, Ванюшки на кресло вытаскиваю. Сейчас я его поставлю и отправляемся. Держи камеру. Пока-пока.